Карликовая лягушка в аквариуме. Вот так она выглядит. Оп, спряталась. А вот еще одна карликовая лягушка. Так, поплыла вверх. Карликовые лягушки питаются обычным сухим кормом. Живой корм им не нужен. Островки им не нужны. То есть вылазить на открытую поверхность выше уровня воды им не нужно. В длину они небольшие, 3-4 сантиметра. Отлично уживаются с другими рыбами. Никакого вреда никому не причиняют. Так, поплыла вверх.